Особенно отметим Ларса Хогена. Да, может быть, не потряс он воображение своей игрой, с одной стороны. Но, с другой стороны, 42 броска отразил человек. Каких к нему вопросов? И вот сейчас. И что творит переигрывает, здесь? Переигрывает. Выкатывается из ворот, просто ныряет на лед рыбкой и клюшкой выбивает шайбу у форварда. И такое впечатление, что это был взволнованный экспромт норвежского вратаря. Нет, ну это был подготовленный прием, это 100%. Вот, но главное, что он прошел.